Урбан. Программа о городских проектах. 11.05 в Кирове. Начинается программа «Урбан». Сегодня среда. В студии Дарья Табузлеева и Светлана Занько. Партнер программы – компания «Куприт». Да, мы традиционно два раза в месяц проводим программу «Урбан» в рамках совместного проекта с газетой «Источник новостей», сайтом «Первоисточник», наша радиостанция и все социальные сети, относящиеся к СМИ того и другого направления, работают. Кроме того, надо сказать, что у нас прямой эфир 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы ведем трансляцию в группе ВКонтакте «Эхо Кирова». И те, кто сейчас зайдут в контакт, смогут посмотреть и на наших гостей. Да, на нас даже не посмотрят. На нас не получится, да, но хотя бы на гостей. У нас много гостей сегодня, два часа работы, и будем менять гостей по мере продвижения по теме. Значит, тему мы уже анонсировали, причем мы ее анонсировали не раз в нашем эфире, и анонсировали также наши коллеги на Первоисточнике, проводили активный опрос, которым мы сегодня воспользуемся. Но, собственно говоря, подача этой темы была в прошлой нашей программе со стороны сити-менеджера Ильи Шульгина, и мы напомним, о чем он говорил чуть позже. Но для того, чтобы, наверное, начать... Ну, мы на самом деле вчера, Света меня уговорила выйти на улицу, говорит, пойдем на улицу, спросим у людей. Подходили мы к людям с одним вопросом, спрашивали, с двумя на самом деле, подходили, спрашивали, как сейчас выглядит их контейнерная площадка, ну, как выглядит мусорная площадка, и как они хотели бы, чтобы она выглядела. Да, потому что тема, как правильно делать контейнерные площадки для мусора у нас сегодня, да? И напоминаем, что Илья Шульгин комментировал наш вопрос, за он или против того, чтобы мусорные площадки запирались, собственно. И поэтому в студии у нас сейчас эксперты. Эксперты будут разные, с разных сторон мы покрутим эту тему. Но прежде всего представим тех, кто сейчас с нами за одним круглым столом. Это Михаил Шихов, представитель САХА. В студии, Михаил, добрый день. Добрый день. Дмитрий Сергеев, директор строительной компании «Маяковская». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. И Юрий Захаров, руководитель компании «Железная». Юрий, здравствуйте. Да, добрый день. Ну так вот, мы вчера гуляли по Театральной площади и спрашивали разных людей, как они вообще оценивают свою мусорную площадку, как они ее описывают и какова идеальная, на их взгляд, контейнерная площадка для сбора мусора. Вот мы немного нарезали. Денис Князев, звукорежиссер наш, сейчас нам поможет. Меня зовут Иона, и раз в неделю я выбрасываю мусор. Моя мусорная площадка выглядит как небольшой пустырь с четырьмя пластиковыми баками, в которых да, когда-то давно были и педальки, и крышки, но все тоже давно сломано. Иногда в мусорном баке спит бомж, но это бывает редко. Поэтому каждый раз, когда я бросаю мусор, я смотрю, спит ли он там или нет. Нет, собаки растаскивают у нас. Бездомных собак очень много, кстати. Запиралась на ключ площадка? Она, нам не надо, чтобы закрывалась. Хотя бы вот эти вот крышки-то вот это вот у нас простые. Здесь вот есть баки такие, они закрываются крышками. А у нас-то хотя бы вот этими деревянными даже хотя бы, чтобы собаки не проникали туда. Лично я бы хотела, чтобы вообще никакого мусора не было. Во дворе? Да. Мусорной площадки не было. А как-то по-другому он вывозился? Или как по-другому? Я не знаю. В таких городах, как Киров и любые города глубинки России, это, ну, может быть, и прокатит, но только когда люди сами начнут думать о том, что именно им надо. А сейчас какую-то мечту не придумай, ты все равно к ней не пойдешь. У нас люди работают на зарплате, получая 8 тысяч, и это их устраивает. Они мечтают о зарплате в 20 тысяч, но ничего делать для этого не хотят. Поэтому о каких мусорках можно говорить? Вот такая история. Мы всячески людей подвигали на то, чтобы они помечтали и представили, что когда в ходе мусорной реформы мы будем платить больше в несколько раз за вывоз мусора, чем сейчас, выйдя во двор, что бы они хотели увидеть? Хотели бы они увидеть сразу существенные там изменения уже в своем дворе, потому что, ну, в общем, наш путь нашего мусора начинается с мусорной площадки во дворе. Причем мы сначала расстроились, потому что нам толком так никто и не сказал. Мы говорили, ну вот, вы же будете платить большие деньги, хотя бы помечтайте. А потом, когда шли на обратном пути, я говорю, Света, ты знаешь, ведь это тоже результат. То есть это тоже итог. Люди, даже зная, что они будут платить больше, не представляют, как бы они хотели, чтобы выглядела за эти деньги, не маленькие деньги, их идеальная мусорная площадка. Да, но мы эту тему будем развивать. Какова потребность населения, как они будут реагировать в итоге, да, в ходе мусорной реформы на то, что происходит. А пока мы обсудим предмет, собственно, нашего сегодняшнего диалога. Это устройство самой контейнерной площадки для сбора мусора в городе Кирове. Каковы правила ее устройства? Мы сейчас обращаемся к Михаилу Шихову. Сах.
правило устройства мест накопления, так называемых, это как раз и есть контейнерные площадки, прописанные Санпином. Это твердое основание и 25 метров удаленности от жилых зданий. 25 метров, ни больше, ни меньше? Или могут быть какие-то расстояния другие приняты? Ну, написано 25, поэтому больше можете. А по факту как бывает? По факту так бывает редко. Так бывает редко. А да. Как в основном бывает? Бывает, что расположено где-то ближе, там, где нормы хотят выдержать, бывает, объединяются несколько домов, ТСЖ, управляющих компаний, создают одну центральную какую-то площадку, где располагают все контейнеры одновременно, и тогда эти нормы, может быть, и выдерживаются. В каком порядке эта мусорная площадка устанавливается, когда сдается дом? Кто делает основание? Кто ее устраивает? Разрабатывается ли какая-то специальная там схема? Что будет вокруг этой площадки? Будет ли она за забором? Будет ли она за замком? Будет ли она увита плющом? Я сейчас обращаюсь к строителям. Мы прежде всего хотим услышать мнение Дмитрия Сергеева, директора строительной компании «Маяковская». Ну, как сказал Михаил, у нас есть нормативы, по которым мы должны строить наши дома. Нормативы удаленности. Больше, наверное, пожалуй, никаких нормативов и не существует. Единственное, еще есть какой-то, может быть, расчет по количеству площади этой контейнерной площадки, сколько нужно для того, чтобы поставить необходимое количество контейнеров. Что значит какой-нибудь расчет? Разве это не зависит от количества квартир и людей, которые будут жить в доме? От количества людей, которые будут жить в доме, а не от количества квартир. А как узнать, сколько людей там будет? А это, опять же, расчетная величина. Угу. Ну, плюс, например, например, на сколько людей должен быть один контейнер? Это вопрос к проектной организации, не к застройщику. А кто такие проектные организации? Тот, кто проектирует дома. То есть вы только принимаете и все. Вы не представляете себе, как устраиваются контейнерные площадки, когда вы сдаете дом. Ну вот какое количество людей и сколько контейнеров должно стоять, нет? Проект проходит государственную экспертизу, или, скажем, не государственную экспертизу. То есть мы доверяем здесь это отдельные специалисты, ну, на которых нужно учиться. Ну, да? Давайте, кто скажет, кто может сказать? Ну, Михаил может сказать. Что? Сколько контейнеров должно стоять, на какой, там, исходя из какого количества людей живущих? Смотрите, предусматривается место размещения, то есть делается твердое основание, а потом мы выставляем контейнера в зависимости от того, какое количество проживающих в этом доме подает управляющая компания. Количество проживающих умножается на коэффициент накопления, который на норму накопления, на 1,72 в год. Вычисляется, как много образуется мусора, и в соответствии с этим выставляются контейнеры. Да вот у меня плохо все с математикой. Если в доме живет 100 человек, сколько контейнеров надо? Если в доме живет 100 человек, значит, они в год образуют 170 кубов мусора. Так. Соответственно, 365 при ежедневном вывозе, опять же, нормы Санпина летом ежедневной, пополам, то есть полкуба мы должны вывозить ежедневно. Пол контейнера. То есть на дом, где 100 человек, пол контейнера. Да, то есть, соответственно, мы устанавливаем один контейнер, и этого достаточно. Ваши девятиэтажки, Дмитрий, сколько людей живет, когда вы сдаете? Одноподъездная. Когда мы сдаем, никто не живет. Одноподъездная, сколько людей? Ну, скажем, это примерно 40-45 квартир. 40-45 квартир, один контейнер. Ну, наверное, будет получаться, да. Один контейнер. А больше можно? Ну, то есть, если можно. Жители понимают, что им не хватает вот этих контейнеров. А кто это решает? Общее собрание. То есть нужно вам увеличить площадку, принимаете решение, увеличиваете площадку, ставите большее количество контейнеров. Да, вот сейчас мы хотим спросить... Чуть больше платите и ставите. Да, Юрия Захарова. Юрий Анатольевич, вы представляете себе, как устраивается площадка, когда вы сдаете дома? Кто, собственно, делает само основание, оформление этой площадки? Кто определяет, какие будут эти контейнеры и сколько их? Ну, действительно, определяет проектная команда, которая проектирует проект, которым несем экспертизу и проверяем его на все нормы, нормативы. У вас своя проектная команда работает? У нас есть и своя, есть и проекты, которые проектирует кто-то другой, но в любом случае это по нашему техническому заданию, и мы, конечно, эти нормы все проверяем. Вот. Кроме того, вот из нашего опыта при переезде у людей возникает большое количество строительного мусора. Вот, и мы имеем на сегодняшний момент дополнительные затраты, которые по закону нести не обязаны, но просто из уважения к нашим жителям и желания сделать наши дворы опрятными сразу после переезда, мы еще строим большие, даем контейнеры для строительного мусора. Это
такие железные мульды, которые вывозятся уже другим способом, и туда можно складировать крупногабаритный мусор. В проекте «Метроград» мы до сегодняшнего дня, у нас практически два раза в неделю вывозится большой контейнер, я не помню, сколько он там, 8-кубовый контейнер. Несколько раз в неделю мы его вывозим, и туда валят вот этот строительный мусор, то, что осталось после... Это понятно. А вот как типичная контейнерная площадка в ваших микрорайонах устроена? Типичная контейнерная площадка представляет из себя твердое покрытие, огороженное с трех сторон ограждением, чтобы мусор максимально как бы там не разлетался, да, по окрестностям. И устанавливаем те баки, которые может обслуживать САХ. То есть мы не можем ставить что-то другое, потому что требования к вывозу мусора определяет то предприятие, которое его вывозит. Вот я здесь добавил еще, что мы контейнеры не ставим. Ставим то предприятие, которое вывозит мусор. То есть они сами привозят свои контейнеры и устанавливают их на ту площадку, которую мы подготовили. Ага. То есть получается, что Светлана просто говорила, что нужно как можно больше нам помечтать об этой идеальной чем площадке. Чем мы займемся после короткого перерыва. Ага. Урбан. Программа о городских проектах. Ну, прежде чем мы помечтаем о том, какая все-таки должна быть эта самая площадка, тут кто смотрит нашу прямую трансляцию ВКонтакте, слышали, что сказали наши гости по поводу срока службы этих контейнеров и кто устанавливает, собственно, контейнеры. Вот САХ нам подсказал, что сложившаяся практика такова, что контейнеры выставляет САХ, который вывозит эти контейнеры, да. И срок службы контейнеров примерно год. Ну, год, полтора-два, в зависимости от того, как он эксплуатируется. На самом деле контейнер достаточно крепкий, но педали, допустим, ломаются очень быстро, потому что люди у нас не любят крышки открывать. Вот про открытые крышки молодой вопрос. Человек, как раз кстати, вопрос да, как тот, что... Иона. Иона, который да. аккуратно складывает мусорные пакеты рядом с баком, потому что в баках часто спят интеллигентные бомжи, как вы сказали. Ну, вот я думаю, мы дальше обсудим, что сделать для того, чтобы люди там не спали. Да. Так. Ну, а вы сказали, Дмитрий, что раньше устанавливали контейнеры строительной компании. Да, то есть в 90-е годы строители на момент ввода объекта в эксплуатацию устанавливали еще и контейнеры. А они там навеки вечные стояли или тоже строительная организация должна была их как-то обслуживать? Нет, мы их поставили, мы ушли, больше строительной организации там нет. Приходила управляющая компания, и дальше по мере его износа она должна была его менять. Мы еще не добили, Даша, один вопрос, чтобы мы создали картинку, как выглядят контейнерные площадки сейчас в городе. Это все-таки действительно виды контейнеров, потому что вот Иона, который рассказывал да, про бомжей, ласково так, он говорит, что у них пластиковый стоит контейнер, ну да, педаль не всегда уже работает, а была там замечательная совершенно женщина, которая приехала в Киров из пригорода. Из Просницы. Ее пригласили дети на спектакль в театр драматический, поэтому она гуляла с мужем по театральной площади. Она сказала, нам хотя бы деревяшечку, деревянную крышечку сверху положить, чтобы собаки не растаскивали. То есть запросы-то на самом деле, они вот минимальные. Да, да. Ну, мы спрашиваем, у вас утаскивают там, подбрасывают мусор? Ну, конечно, подбрасывают. А достаточно ли близко к дому? Ну, не всегда достаточно. А что у вас там, вороны, крысы, собаки? Да, да, есть. Ну, как же вы будете платить больше? Да вы что, вы думаете, что-то изменится? Не изменится ничего. То есть вот сколько у нас было человек, не все были сегодня в звуке, но никто не может помечтать о том, какая должна быть эта площадка. Мы помечтаем, но все-таки сколько у нас сейчас пластиковых контейнеров, железных контейнеров, почему до сих пор есть железные там и там не меняется все на пластиковые, и, может быть, где-то появились уникальные какие-то контейнеры в Кирове, кто знает. К сожалению, уникальные контейнеры в городе Кирове не могут появиться по одной простой причине, что ну, вот лично мне какая система нравится, это контейнеры 3,5 куба, которые выставляются на красную линию. Вот кто в Испании или где-то за границей был, там же все вдоль дороги, это стоит, машины приезжают. У нас это запрещено. Это небольшие такие узкие. Это наоборот, такие большие контейнеры, большого объема накопления, 3,5 куба. Вот обычные зеленые, это 1,1 куба контейнера, те в 3 раза больше. Но они такие симпатичные, там и машина другая подороже. Но у нас этого никогда не будет, потому что у нас ГИБДД считает, что контейнера, установленные вдоль красных линий, мешают движению. Во всем мире не мешают, а у нас мешают, поэтому вот их не будет. А я можно параллельно покажу пример? Вот как раз не будет вот никогда такие этого, контейнеры, это установленные не будет вдоль красной линии. Покажи нашим слушателям. Так. По мнению ГИБДД, это нарушает дорожное движение. Это такая федеральная история. Это федеральная история. Они пишут, вот если такие контейнерные площадки расположены на землях муниципальных, они пишут предписание территориальным управлением, и территориальное управление пытаются такие
площадки ликвидировать. Ну что, давайте... Это известные вещи у налоговой инспекции, это на улице Большевиков, поворот к мосту. Вот эти площадочки потихонечку вымирают. Если они, опять же, повторюсь, находятся на землях муниципалитета. Муниципалитета. Ну вот, чтобы сразу перейти к мечтам, я хочу сказать, что, конечно, я выбрасываю мусор у своего дома почти каждый день, небольшими порциями. И почти каждый день я вижу, что контейнер у нас переполнен. Контейнерная площадка стоит прямо там на улице Молодой Гвардии, Горбачева. И там стоит один пластик вот, и два металлических контейнера, которые напоминают о том, что когда-то САХ пытался инициировать раздельный сбор мусора. Да. И, между прочим, до сих пор люди там сортируют. До сих пор я вижу, что бумага в бумажном контейнере, а пластик в пластиковом контейнере. Но он у нас все время переполнен. Я не знаю, на какое количество там домов рассчитан этот контейнер. Поблизости я не представляю себе, где еще есть площадки. Тем не менее, под ним расшатанное такое основание. Был когда-то, видимо, асфальт, но полуглинистая такая история. Все время лужи и грязь. Всегда. И нет никакого ограждения. Меня всегда интересовало, а кто вот это основание делает у контейнерных площадок? Почему оно такое грязное? Почему бывает оно в ямах? Что это такое? Это кто? Вот не строители? Это на момент ввода объекта в эксплуатацию. Ввода момент эксплуатацию домов. Сколько уже времени прошло? Давно. Да. То есть вот за это время уже дальше, наверное, управляющая компания, либо собственники, если нет управляющей компании, должны содержать свое общедомовое имущество, в состав которого и входит контейнерная площадка. То есть не муниципалитет, нет. Собственники. Собственники. Правда? Да. Вот это открытие. То есть мы, собственники, должны сами следить за основанием контейнерной площадки и делать... За общедомовым имуществом. Это общедомовое имущество. Хочу внести тут маленькую корректировку. Я не знаю, как это соотносится с общедомовым имуществом, но 89 ФЗ нам четко говорит. Пункт 8. Создание, содержание. Это первая обязанность муниципалитета, вторая обязанность введение реестра учета и третья обязанность – это экологическое просвещение населения. Вот единственные три обязанности муниципального образования. Создание и содержание. И содержание. Ну, просто я не представляю себе, как улица там, Горбачева является моей там, собственностью. Я вообще себе представить это не могу. То есть создавать и содержать должен муниципалитет. А вот здесь вопрос к муниципалитету. Значит, муниципалитет на сегодняшний момент не разрешает устанавливать контейнерные площадки на землях общего пользования. Они заставляют их ставить на придомовой территории. То есть, Света, это твоя придомовая территория? Заставляют. То есть вот если бы у вас сейчас была новая... А если я буду сопротивляться? А вы ни дом не сдадите без контейнерной площадки. То есть у вас не соответствует нормативам. А если уже существует эта площадка? А это уже другой вопрос. Мы говорим, я как застройщик говорю про новое строительство. Вот все-таки тогда давайте вот здесь к консенсусу какому-то придем. Вы строители и вы компания, которая обслуживает население по вывозу мусора. Плохо это или хорошо, когда площадки все-таки стоят вдоль дорог, на красных там линиях приближающихся, или прям вот согласно с муниципалитетом, что все нужно убирать во дворы? И тогда почему? Если все убирать во дворы, у нас всегда расстояние между контейнерными площадками и окнами жилого дома 25 метров. То есть вот этот норматив, никак его сократить нельзя, потому что это федеральное законодательство. Хотя могут быть какие-то мероприятия, которые бы это позволили сделать. Ограждение, крыша, зеленая изгородь. Но да? Нет дворов, например, вообще у нашего дома нет дворов. А так дом строить нельзя. А, вон чего. Нет, понятно. Тут... Ладно, не сносите, пожалуйста. Ну тут вопрос получается еще к Юрию Анатольевичу. То есть у вас достаточно обособленные микрорайоны. Там же не получится вынести это куда-то далеко. И нельзя. Не, ну почему? Как бы при сдаче каждой очереди мы должны в проекте указать место хранения мусора, и оно в соответствии с нормативом выделяется, и там мы делаем. Mm-hmm. Безусловно, есть прецеденты, когда жители одного дома жалуются, что площадка находится ближе к их дому, чем к дому соседнему, который тоже входит в общую, скажем так, очередь строительства. Такие прецеденты тоже бывают. Не хотят видеть из своих окон. Не хотят, да, ну это как бы, наверное, естественное желание. В силу, опять же, того подхода, который мы используем для сбора мусора, потому что зачастую, конечно, это неопрятные площадки, с которых мусор разлетается, с которых тянет запахом, в том числе долетающим до окон этих жителей, к сожалению. Поэтому мы тоже за то, чтобы какая-то ревизия того способа хранения и транспортировки мусора в городе была проведена. У нас есть свои предположения, как это можно сделать. Давайте. Ну вот давайте расскажу. То есть мы как компания все время ищем что-то новое, как бы интересное, поэтому объездили и застройщиков России очень много посмотрели. Нам очень понравился подход компании «Брусника». Это тюменская компания, которая сейчас строит уже в 5 городах, является лидером таким инновационным в России. Они в своих дворах делают площадки. Ну вот, я не знаю, если можно показать.
А, здесь это есть такие... у нас пример? А вот, вот он, как прям вот пример. Такая. Да, да, очень это похоже. Это примеры Сыктывкара, да, очень похожие, тоже. Очень похожие площадки. То есть это бетонное кольцо, которое закапывается в землю. Это мы показываем сейчас ВКонтакте. Да, сверху есть очень серьезная масштабная крышка, которую сложно сломать. В этой крышке есть люк. Диаметр этого сооружения примерно 2,5 метра, если я вот не ошибаюсь. Да, и внутри находится биг-бэг, это пакет из, ну не пакет, правильно сказать, наверное, большой мешок, сумка, большой мешок, да, из очень прочной ткани, который, в принципе, легко изымить, он недорогой сам по себе. А он вкопан ведь, да, получается? Он вкопан, да, он вкопан, да. То есть в чем преимущество? Во-первых, она является, скажем так, ну вполне себе эстетическим объектом, то есть он не... портит настроение, когда мы туда смотрим. То есть в Бруснике это делается тоже внутри дворов, и там рядом детские площадки, гуляют дети, как бы никого ничего не напрягает. Запаха нет. Сах комментирует, кто не видит, Сах сейчас головой вот так вот трясет, Михаил. Вот, он прокомментирует чуть позже. Потому что есть специальная машина, я не знаю, кто в Тюмени ее приобретал, специальная машина, которая крюком поднимает этот мешок. Снизу есть специальное устройство, которое там грузчик дергает за веревочку, этот мусор высыпается в бак этой машины. После этого снова затягивается эта веревка и кладется этот биг-бэг обратно в эту емкость, накрывается крышкой. Многоразовое использование получается. Да, нет, пакет многоразового использования, да. Поэтому, ну и замена его как бы не столько затратная, как замена бака. Нам понравилось, то есть эстетика высокая, качество хранения высокое, ничего не разлетается, собаки не растаскивают, внешний вид приятный. Не знаю, что нужно для Саха, для того, чтобы переоборудовать наши площадки. Он сейчас пояснит. Но я вижу, что сейчас пояснит, да, но я хочу сказать, что если такое будет, мы будем первыми, кто эти площадки внедрит в своих проектах. А, вот, предложение от Железно. Они готовы внедрить вот такие новые, действительно, площадки. Это называется заглубленные контейнеры. Да, мы направляем всех к посту господина Варламова. У него есть такой пост, который называется «Как правильно делать контейнерные площадки для мусора. Такая площадка там указана». Михаил, пожалуйста, поясняйте, вы так скептически качали головой. Почему? Ну, смотрите, год назад с Денисом Леонидовичем Крутихиным мы обсуждали установку... КССК. Да, с КССК. Таких контейнеров, но Михаил Буков, руководитель управляющей компании КССК, вот мы вдвоем еле-еле отговорили Дениса Леонидовича, понятно, что он застройщику... Он тоже хотел. Да, понятно, что застройщику, вот как Юрию Анатольевичу, нравится. Мне тоже визуально нравится, но на практике, вот смотрите, это никакое не кольцо, это закапывается капсула. Капсула непроницаемая, влагонепроницаемая. Мешок этот стоит 19 тысяч рублей. Горит он точно так же, даже лучше контейнера. И управляющие компании просто с этим делом не хотят связываться. Почему? Потому что после каждой выгрузки этого мешка необходимо промыть эту капсулу. То есть машина должна быть дополнительно оборудована мощным оборудованием и манипулятором. В общем-то, для нас приобрести эту технику несложно. Но управляющие компании почему не хотят? Вот смотрите, опять же, открыли крышку, снега навалило, там этой жидкости, грязи очень много. То есть... Там люк есть. Там люк, зачем крышку-то все отворачивать? Можно подключить ее к системе ливневой канализации. Он всегда открыт. Что сделать? Если это делать в новой застройке, то есть можно, в принципе, подключать ее к ливневой канализации, то есть делать слив. Юрий Анатольевич, мы вот прям новаторами будем. Ну, не знаю, я говорю, сейчас... Почему нет? Надо думать просто в этом направлении. Еще раз говорю, если мы решаем потребительские свойства, то как технически этот вопрос решить, это наши проблемы на самом деле. Застройщика, проблемы САХа, проблемы управляющей компании. Мы имеем собственную управляющую компанию, которая готова с этими сложностями поработать, если это для жителей будет удобно. А вот есть, например, вариант... Сах не договорил. Ну, смотрите, во-первых, экономически это неоправданно. Это надо не менее 70 контейнеров установить единовременно. Не менее. Во-вторых, ну, не знаю. 70 контейнеров — это сколько домов? У вас есть железно столько домов на 70 контейнеров? На 3 куба умножить, то есть получим количество. Пару лет мы, наверное, сделаем 70 контейнеров. Так, 2 года. Угу. Ну, понятно, но мы-то как раз вот с Юрием Анатольевичем-то обсуждали немножко другую схему. А это мы после перерыва. Ну вот смотрите, обсудим. Есть другая схема, ну то есть она в принципе... Это тоже самое заглубленные контейнеры. Это о том же, да, то есть он заглубленный, но здесь стоят баки. То есть те же самые, то есть это выглядит как те же самые контейнеры, просто площадка автоматически
выезжает из-под земли. Мне вот это больше нравится. Я сейчас покажу это тоже ВКонтакте. У вас есть наши гости, открытый блог Варламова. И мы видим очень красивые такие современные контейнеры. Они стоят на металлическом листе, а на самом деле это большая подземная площадка, которая автоматически поднимается. Машина выезжает из-под земли, большой красивый бак. Машина его опустошает. И все, что видят люди сверху, это действительно очень эстетичные такие урны современного дизайна. Мы видим, что это европейские опыты, американские, но уже в Москве такие площадки первые появляются. И тут вот вопрос, который мы хотели обратить как раз к строительной компании Маяковской, потому что мне кажется, что такие площадки были бы идеальны именно в городе, потому что из города должны исчезать страшные, неустроенные, как мне кажется, там контейнерные площадки. А поскольку Маяковская занимается стройкой в центре города высотных домов, то хотелось бы понять, вы думаете вот в эту сторону, рассматривали такие варианты? После короткого перерыва продолжим обсуждение. Партнер программы – компания «Куприт». «Урбан». Программа о городских проектах. Как правильно делать контейнерные площадки для мусора? Жаркий спор разгорелся сейчас в перерыве. И те, кто смотрит трансляцию в нашей группе ВКонтакте «Эхо Кирова», то вы слышали, как строители и САХ бились просто. Строители в лице железно новые идеи продвигали. И желание все-таки устроить это по-современному. САХ доказывал на цифрах, что сейчас это невыгодно. Маяковская, кстати, была на стороне САХа и говорит, что дорого, дорого. Вопрос был как раз Дмитрию перед перерывом. Вы строите еще раз высотки в центре города, и, как мне кажется, там мы с Дашей в этом сходимся, что в центре города хочется видеть эстетичные и лучше подземные вот такие мусоросборщики, чем просто выкачанные контейнерные площадки такие, да, непрезентабельного совершенно вида на разбитых в итоге асфальтовых там основаниях. Вы задумывались об этом и считаете ли вы, что здесь можно поэкспериментировать? Может быть, вы думали вообще о встроенных площадках в ваших домах, как в Японии делают? Встроенные площадки по нормативам нельзя. Начну с этого. Дальше. Схему организации вывоза мусора у нас определяет муниципалитет. И то есть и экспериментировать, и давать свои предложения здесь должен... Мы мечтаем, Дмитрий, у нас программа о том, к чему нужно стремиться. Тогда мечтать о встроенных площадках, контейнерах. Как вы себе представляете это? Пока никак. То есть пока даже мечта, в общем-то, никак не прорабатывалась. Ну, я думаю, что это неосуществимая мечта на ближайшие 5-7 лет в городе Кирове. Думать тогда об этом не нужно. Ну, не ближайшие 5-7 лет. Ладно, проблемы решаем по мере поступления. Да? Ну, вот мы вам проблему уже обозначаем сейчас. Да. Может быть, побыстрее задумайтесь. Так, друзья, у нас есть еще история с тем, что растаскивает мусор, и что в целом выглядят площадки неэстетично. И мы задавали с Дашей вопрос Шургину Илье Вячеславовичу в прошлом Урбане, а что, если передавали от активистов, а не что Не только если растаскивают, запирать? Но и добавляют. Добавляют, да, да. Давайте послушаем, что говорил Шульгин. Такая общая проблема, и решение у нее классическое. Вот это организация площадок с ограниченным доступом. Те, у кого есть договор, делают соответствующие электронные ключи, которые позволяют на эту площадку зайти и мусор комфортно там разместить. Без каких-то вот негативных эмоций, что называется. А что касается сбора денег, понятно, что те небольшие офисы, которые так же, как и все остальные, накапливают мусор, они его несут на открытые площадки. Не заключая договор, пользуются услугой, что на сегодняшний день мы, к сожалению, себе позволить не можем. Понимаю, что, возможно, призывать к этому бессмысленно, будем заставлять именно организации подобных площадок. Поясните, пожалуйста, кто может, почему на наши площадки сбрасывается мусор посторонними людьми? Потому что если мы нормативы все учитываем, да, мы знаем, что это вопрос, откуда образуются эти горы? Сначала примем телефонный звонок, а дальше Саху передадим слово. Он руку первый поднял. Так, телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, Татьяна, город Киров. Вы знаете, могу поделиться опытом. У нас вот в саду, где мы собираем весь мусор, мы сразу решили, мы обсадили
очень дешевым растением спирея. Вот такой квадрат обсадили и в одной стороне сделали как бы проход, калиточку как бы. Ну как бы. Каждую осень у меня супруг, как только листья опадут, начинает подравнивает, и у нас совершенно замечательная вещь. Вот что касается обвивающих растений, вьющихся, они требуют к себе очень, ну, внимания человеческих рук. Этим никто не будет заниматься. А спирея, она себе растет и растет. Вот мой вам... Спасибо. Граждане сами озаботились эстетикой. Секундочку, вот так вот я для зрителей ВКонтакте озвучу. Татьяна поделилась своим опытом. В саду у себя они обсаживают мусорную площадку контейнерную растением спирея. А почему ей? Потому что за вьющимися растениями нужен очень сильный уход. А это, насколько я понимаю, я не ботаник, но, видимо, какое-то неприхотливое, быстро растущее растение. Наши слушатели ВКонтакте не слышат того, что мы передаем в студии по телефону, поэтому мы поясним. Сах, пожалуйста, откуда свалки? Нет, смотрите, замечательная история. Я хочу пояснить, что заглубленные контейнеры — это тоже один из видов контейнеров, куда ограничен доступ. Если мы говорим о юридических лицах, заходим в налоговую инспекцию, у нас зарегистрировано, ну, прям надпись такая, зарегистрировано 70 тысяч юридических лиц, по-моему, в том числе там 35 тысяч предпринимателей. У города для всех этих юрлиц установлены нормативы образования мусора. Ну, точно так же, как и для физических лиц. Так вот скажу, что из этих 70 тысяч у компании «САХ» и компании «Куприт», которая занимается обслуживанием юридических лиц, всего 6 тысяч договоров. Где эти 60 тысяч юридических лиц? Я вам отвечу. Они в контейнерах граждан. А вот, может, если бы все платили, нашлось бы 4 миллиона на автоматическую выдвигающиеся площадку? Вполне возможно. То есть вопрос сбора денег и, как говорит Шульгин, будем заставлять контролировать и прочее. То есть если бы 60 тысяч юрлиц, которые не заключают договоры на вывоз мусора, их заключили и платили, вот где эти деньги потерялись, да? То есть граждане, хочешь не хочешь, платят. Хочешь не хочешь, платят за все магазины парикмахерские. Я не говорю, что за все. Ну, за большинство. Хорошо, ну то есть вот заглубленный вариант мы отмели там в силу того, не что отмели. Пока не это дорого. Не отмели. Вот смотрите, я по заглубленному варианту могу пояснить. Если заглубленный вариант должен переходить весь город. У нас такой город в стране есть. Это город Оренбург. У него все машины и все площадки приспособлены под заглубленные контейнера. И все контейнера вот именно такого типа. Вот именно. Но то это есть, было решение муниципалитета. И насколько я как-то на конференции слышал, почему они переходили на эти контейнера, для них это был, я еще раз поясню, то есть это один из видов закрытых контейнеров, куда доступ можно ограничить. Они переходили там из-за того, что у них какие-то снега, все это заваливает, и это достаточно удобно было для них. И решил муниципалитет, и муниципалитет, все контейнеры... и все контейнерные площадки были заглубленного типа. Соответственно, обслуживающая компания для этого закупила технику, и они продолжили работу. Это единственный город в России. Как это такие сказалось на оплате? Которые целиком. Как это сказалось на оплате, мы знаем? Я не знаю, как у них там это сказалось. Мы в Оренбург обратимся и узнаем. Когда это массово, это на оплате не сказывается. Это, когда мы говорим, что это будет 2-3, и для этого будет соответствующий автомобиль приобретен там, и соответствующее периодическое обслуживание, даже тут не в автомобиле дело, потому что автомобиль может и обычные контейнера забирать на других площадках, но обслуживание, это все равно стоит определенных денег. То есть принять решение на уровне муниципалитета, массово заменить контейнеры, и тогда обслуживающие компании могут вложиться в технику соответственно. Мы будем принимать звонок? Давай. Звонок от слушателя 211-101. Алло. Здравствуйте. Владимир, город Киров. Да, выключите, пожалуйста, радио, потому что оно фонит. Вот какой вопрос. Надо бы нам начать сбор вот этого отходов с простых вещей. Вот собирать пока чистые отходы. Бутылки, батарейки, лампочки. Простите, пожалуйста, лампочки. Владимир, у нас другая история. Нас интересует, как должна быть устроена... Это не про раздельный сбор площадка, мусора. Да, по сбору мусора. Именно контейнер. Как она визуально должна выглядеть? А вот не соглашусь с вами, Светлана. Владимир правильный вопрос задал. Вот как раз если мы будем организовывать контейнерные площадки, то есть места накопления наземного типа, но огороженные, то внутри вот этой площадки мы можем уже отдельно организовать. Ну, представляете, под батарейки такой контейнер закопать? Ну, под или батарейки. Под стекляшечки, или под что-то еще. Это, ну, экономически абсолютно невыгодно. А вот внутри закрытой площадки накопления мы можем уже и небольшое
Давайте тогда все-таки вот у нас 4 минуты осталось к предложению Шульгина все же о том, чтобы запирать площадки на ключ. Это-то можно осуществить? Это можно осуществить, и жители-то четко будут понимать, за что они платят. Они Маяковская, как вы к этому относитесь? Будет решение муниципалитета, мы это поддержим двумя руками. Ой, как хорошо. Так, железно. Ну, присоединюсь. Тоже двумя руками. Ну, я знаю, что Маяковская еще только через 5 лет собирается задумываться вообще об изменениях каких-то в этих площадках. Но вы-то вот мы сейчас... не можем единично решать эту проблему без решения на территории всего города. Не может фирма «Железно» решать по-своему, фирма «Маяковская» по-своему, КСМ решать по-своему. Мы сейчас комментируем то, что сказал Шульгин. Нужно единообразие. Какое тогда? Вот принято решение. А это должен решать муниципалитет. Вот в чем здесь вопрос. Вот смотрите, строительные компании никак не хотят в этом участвовать. Мы готовы поучаствовать, но должен инициатором выступать муниципалитет. Вот они должны сказать, что мы решили сделать. Будем считать, что Шульгин инициировал своим заявлением в программе «Урбан». Как должна выглядеть такая площадка? Вот, например, как такая площадка выглядит в Копенгагене, да? Нет, не за, внутри, а как. Очень красиво. Внутри двора есть какая-то полукапитальная конструкция, я не знаю, как это на строительном языке назвать. Ну, то есть, в принципе, вот вокруг дома здесь люди выкидывают мусор, видимо, там какая-то магнитный ключ или карточка, я не знаю, покажи, что я покажу потом ВКонтакте. Вот. Ну, то есть это же может делать строительная компания, в принципе. Железно. Это и будет делать строительная компания, если муниципалитет примет такое решение. Дмитрий Валерьевич, представьте, что уже принято. Я будем сейчас об этом. Так. Как? Вопрос. Как она должна выглядеть? Муниципалитет принял, так и построить. На самом деле ничего сложного в этой площадке нет. Просто огороженная площадка с какой-то калиткой, закрывающейся на какой-то магнитный ключ. В том-то и дело, что ничего сложного. Да, поэтому мы готовы их делать. У нас, видите, у нас поселки достаточно расположены в самостоятельных местах, и у нас, в общем, нет проблемы какой-то принципиальной к тому, что наши площадки валят мусор кто-то еще. Там обслуживаются только жители наши. Но потенциально мы можем такие площадки сделать. Я сделал несколько фотографий в Питере, где я был там у знакомых, был в их дворе, как бы, и видел, как это все устроено. Действительно, выбросить мусор посторонний там не может. И более того, на этой же площадке, на этой же, скажем так, территории устроено еще место для хранения спецтехники управляющей компании. То есть там объединены две задачи. Там они держат свою там снегоуборочную технику, лопаты, метла. И рядом пристроена как раз территория, где хранятся мусорные баки. Все это сделается с открыванием магнитного ключа. У вас планируется в ближайшее время подобный эксперимент? Ну, почему нет? Можем попробовать. А вопрос другой. А обслуживающая компания готова взять пожалуйста, обслуживание такую площадку? Готовы железо на эксперимент пойти? Мы-то как раз и обсуждаем тут вопрос, чтобы строительные компании начали это делать. Для чего? Для того, чтобы, смотрите, ведь мы берем на себя обязательства по очистке территории. Все, что валят люди, которые приезжают случайно, они же обычно валят как раз или из окна выкинул. То есть мы и прибираем контейнерную площадку, и от снега ее очищаем. То есть для нас достаточно очень хорошая история, если строительные компании будут огораживать с четырех сторон и делать крышу. Соответственно, снега нет, содержать гораздо проще. Чужого мусора нет, и внутри мы можем организовывать и раздельный сбор, и батарейки собирать отдельно. Захаров, и мы видите, знаем, какая что вы история, человек управляющей компании решительный. Вы в каком-нибудь елке-парке или в Метрограде собираетесь в ближайшее время что-нибудь такое реализовывать, раз мысли такие? Ну, до сегодняшнего эфира не собирались, но если вам нужен эксперимент, то мы готовы на него пойти. Сах? Мы с радостью. Эксперимент, мы наконец нашли идеальный вариант, который всех устроил. Там, по-моему, уже сделаны площадки. Сейчас посмотрим, можно ли их сейчас уже... Просто огородить. По итогу огородить, да. Если получится, давайте попробуем. Ну и последний момент для девочек. Озеленять нужно такие площадки? Ну, конечно. Озеленять нужно вообще все. Да. Что можно озеленить, потому что как бы пустые пространства или там открытый грунт, как обычно, сдают некоторые застройщики, но как бы это никуда не годится. Итак, резюме первого часа. Первое, должен решить муниципалитет, принять решение. Подача строительных компаний есть, готовы это делать, исполнять. Обслуживающая компания говорит, если будет принято решение и массово можно будет установить заглубленный, например, контейнер или закрытые площадки, сделают, и это нужно делать. Население... пока не верит, что что-то такое позитивное. Население мы послушаем еще во втором часе. У нас будут городские активисты и представители ТСЖ. Управляющих компаний и ТСЖ. Сейчас у нас перерыв. Мы прощаемся с гостями первого часа. Михаил Шихов, Дмитрий Сергеев, Юрий Захаров. И вернемся с этой теме в начале, темой в начале первого. Урбан. Программа о городских проектах.